Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, находитесь на моем громком канале Hardcore. Прохождение от Михаила не только, это у нас продолжение прохождения игры, третьей серии, в общем, прохождения игры Countdown Vampires на PlayStation 1, точнее на эмуляторе PlayStation 1. Так, и в общем-то в этой серии будем думать, что нужно дальше делать, куда применить, в том числе вот этот ключ, который пока не понял, куда нужно его использовать, ключ протяжения, который мы нашли. По оружию у нас тоже все более-менее нормально так-то. Как видно, дробовик имеется. Пистолет. В общем, все. Отлично. Ну, я, кажется, уже, в общем, догадываюсь, куда можно будет применить все это. Надеюсь, только враги заново не появляются здесь, когда игру запускаешь. Так, бежим-ка. В общем, продолжаем играть тем самым в клон. В клона Resident Evil. Первой части. В том числе второй часть. Да, продолжаем. Так. Так. А, вот, как раз эту лестницу, по-моему, я в прошлый раз-то не заметил. Долго-долго думал, куда, в общем-то, мне идти дальше. Так, а что у нас такое? У нас, по-моему, там нету денежек-то. По нуля. Да. Все продано. Аптечки мы, в общем, не сможем купить. Придется пока так обходиться. Что ж, пошли по лестнице наверх, посмотрим, что у нас там. Готов? Да тот тут еще есть, да? Опять сжайся. Давай. Все, я... еще кто-то есть, что ли? По-моему, звук прекратился. Нет, тот еще есть. Там чих много, что ли, слишком? Давай, может, кто там мне? День там обитает-то. О, привет. Да, многовато здесь, конечно, вас. Да, блин, падай ты. Так, если, конечно, надо еще нацелиться как-то на него, на этого врага. Давай, давай, добивай, добивай. Да, блин. Добивай его, вот. Красавец, все отлично. Так, еще один. Давай поближе подойди, что ли. Я тебя не вижу. Все, готов, отлично. На 100 патронов должно хватить, как по крайней мере-то. Ну да, 100 патронов у нас это, что ли, по-моему, этому пистолету. 123 патрона. Дровику. 24, по-моему, с другому вида оружия, которое у нас пока нету. Ладно, хватит, думаю, сполна. Пока что не будем тратить, потому что сильно часто стараемся. Пустую не тратить. Ух ты. Да, блин, сейчас на кусню. Скотин, куснет сейчас. Конечно же. Ох, блин, зараза. Да, да отпустит меня. Чё, перезавись ко мне. Вот зараза, так, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Фух, хотя бы, в общем-то, отбежали куда-то. Смогли вырваться из их. Лапищ этих вампиров. Подобно. Так, отлично, готово. Фу. Чё там по здоровью-то? Ох, осторожно. Плохо. Очень плохо. Все кучи, наверное, мне кажется, два раза куснут или один раз. Нам крышка. Эта машина делает счастливые монеты. Она не работает, так как нет питания. Понятно. Счастливые монеты. Еще. Так, а мне попасть. О, погоди, может, я возьму смог? Смогу взять этот. Чё там-то у нас есть? Файл какой-то взят. Посчитаем, что ж. Скоро выйдет новейший трейлер «Звериная луна», «Звериная луна тьмы». Последнее предсказание сбудется. Начнется последняя битва между человеком и чудовищем. Серия основывается на реальном предсказании «Открытая ли дверь» в последнем предсказании. Объявление о ставке. Последняя картина Рэнди Джонса. В фильме Рэнди Джонса.
Первая звериная луна, вторая звериная луна, бесконечная война, звериная луна, соблазн смерти, звериная луна, безнадежность, звериная луна, загорание, звериная луна, возрождение, звериная луна, 7, звериная луна, замок со зверем, со зверями, звериная луна, предсказание. 9 фильмов. Нормально. Одни... Такая, в общем, франшиза. Конвейер уже пошел. Можно так пошутить немного. Ладно. Так, что у нас здесь что-то есть? О, вот это кошворимая птичка. Еще на птичка. Патрончики, ну, патрончики к этому. Пистолеты, которые я, в общем-то, уже пока что сложил. Ящик. Так называемый Севрума. В этой игре есть, можно назвать так. Применил ключ. А, аттракцион Матрика. Че, можно попасть? Матрика. Так, это можно по лестнице подняться. Понятно. Так, погоди, там что-то еще есть? Она должна открывается с другой стороны или совсем не открывается? Погоди-ка. Мы же отсюда уходили-то. Или мы сюда выходили? Не понял. Они раньше, по-моему, открывались, все нормально было-то. А, мы что, все? Попали сюда, не выберемся? Что за такое? Не хотел обратно вернуться. Хотя там, по-моему, все забрал-то. Надо, думаю, птичку, все-таки аптечку использовать-ка. О, хотя бы так будет. То неплохо. Лучше, чем. Здесь темно, я ничего не вижу. Да блин, я все вижу, ты что? Как это здесь темно? Что-то не слишком уж темновато, чтобы... Нифига себе, это что за гамадрил какой-то. Так, берем кадровичок. Ой, нет. Мне уже жутко что-то. Готов, что ли? Это что еще за гамадрил появился? А он что, погоди. Что-то мне жутковато, он что-то встанет. Он сейчас не встанет, все, готов. Лучше опять дробовик беру, ну нафиг. Пистолет отбиваться, да ни за что. Что это за хрен собачий какой-то? Какой-то новый врага появился. Ха. Какой-то, не пойми кто, медведь? Обезьяна? Смесь такая, какая-то хрень понятная. Да, он, конечно, живет потом. Не встанет обратно. Надеюсь, их здесь не так прям уж много. Так, погоди, мы, по-моему, обратно идем, нет? Так, он какая-то дверь... Погоди, что-то пока не понимаю. Так, есть дверь, Марика, есть. Вот это, конечно, нет, лучше все-таки пока возьмем пистолет. Я не хочу тратить дробовик на мощный, на обычный зомби. Лучше пока пистолетик постреляем, чем это дробовик брать. Так, здесь две, кажется, видно еще какие-то две двери, я понимаю. И здесь еще дверь. Какая-то комната необычная. Мне тут кажется, как будто потолок начнет опускаться и нас передавит. В общем, ловушка будет. Привет. Еще приветики. Ну давайте, вставайте. Сколько у вас там есть? Самовольствие. Блин, не... Вот, все. Так, это хотя бы этот гамадрил, в общем-то, новый враг нас, к нам не успел подобраться, мы дровяком его, в общем-то, убили. Так, это какой-то у нас кинотеатр, что ли? Небольшой. Так, еще дверка есть. А здесь ничего у нас нету, мы не можем здесь ничего власти-то. Ну, я как бы не вижу на этих сиденьях бы что-то полезно было бы. А это что у нас? Нельзя посмотреть ничего. Как, например, было в Код Вероники. Где можно посмотреть, там что-то видеть в итоге. Кнопку нажимали. Нет, здесь как бы ничего полезного нет. Жалко, вот ничего не подкидываться, но у нас ни аптечка, ничего. У нас там еще сзади какие-то двери имеются, так что... Так, а может это... Сейчас мы обратно вернемся. Так, это основа гамадрил.
Где-то говник. О, мёрз жутко. Да мне, давай побыстрее бежать. Там еще один говнюк-то оказывается. Но, к слава богу, нас не так сильно поцарапал, может, надеюсь, все-таки нас хватит патронов отбиться. Ну, где-то еще он там прячется, зараза. Ну это где? Иди, что ли, сюда, скотина. Мы тебя встретим, Зарбадана. Давай-ка. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Успели. Ох. На всякий случай. Честно, патроны-то. Шо, ну-ка, патрон еще хватает, слава богу. Ёпрошта, вот эти гамадрилка кинолки. Не знаю, кого мне напоминает, тут кого-то мне напоминает. Только я не пойму, не могу понять. Тиранов из тиранов из Resident Evil, не знаю. Вряд ли. Просто так вот. Надеюсь, больше никого нету. Из этих гамадрилов. Мне что-то эти враги тут не надо, не знаю, что-то вот не очень нравится. Маленькая дверь какая-то есть. Сани заперта, не могу пойти дальше. А, это лифт, по-моему, кажется, понимаю, что за лифт такой. Да, вот богомольчики, какие-то гамадрила. Так, патроны какие-то непонятно к какому-то оружию, что-то, по-моему, такого я не видел раньше. Обезболивающие. Ух ты, к чему это интересно? Обезболивающие-то. М, или БК там. Монитор измерителя установлены. И чё? Ох ты, здрасте. Так, ключ какой-то новый. Понятно. Аптечки дайте, пожалуйста. Ну, патрончик травяку тоже хорошо. Но аптечки мне... одну хотя бы аптечку. Спасибо огромное. Так, ключик у нас есть какой-то. Музей ключ. Так, погоди, ключ музея. Это, по-моему, музей как раз уже были, я помню, да? Ведь там, по-моему, как была какая-то дверь закрытая. Значит, мы можем открыть туда дверь-то. Вернуться можно обратно. Но я хочу все-таки все смотреть. Но, блин, сканиться бы еще надо. Вот, сколько мы пробежали уже. Вот. Ну ничего, думаю, сможем порваться-то. Посмотрим сейчас. Все-таки здесь все-таки не никак Resident Evil немножко. Похоже, мужский геймплей. Все-таки не зря назвали клоном. Так, а по-моему, какая-то еще лестница была. Не ошибаюсь. Да, спуск вниз. Давай спустимся вниз, посмотрим, что у нас там. Ни гамадрил нету. Дверь Марика. Какие-то здесь двери еще есть. Да, пора войти в дверь. Только обратно держи, вернусь я. А, понятно. С одной стороны, видимо, эти двери, видимо, с одной стороны они открываются, а с другой уже не это. Да, с другой уже нельзя попасть. Блин, а там еще что-то было. Ай, надо сохранить все-таки когда вот. Где он сохранить-то было место-то? Пойду-ка сохраню все-таки. На всякий случай. Если со мной придется все пробегать, это, конечно, мне не нравится. Как Resident Evil, конечно, как. Хардкорно все-таки. Так что лучше сохраниться на всякий случай. Лучше больше сохраняться, чем нафига все это надо. 500 раз проходить. Так прям уж профессионал, чтобы. Бессмертие вообще. Ходиться. Пойду-ка все-таки. Батарейку сохрани находится. Ключа. Хотя ключ можно применить. Так где у нас там это место бомбы? Это другой комнате, если не ошибаюсь. Так, давай-ка, запись. Ну, еще под вещи не будем сорить, пусть они давали, пока лежат. Не сами, если совместить вот этот, совместить тем самым ящик с этого
где можно вещи будет хранить. Как в Resident Evil. И совместили еще сохранялку. Когда там была печатная машинка. Вот совместили тем самым все это. По одно. Все. Довольно приятно. Прикольно. Интересно все. Это лучше. Чем уж бегать. Сначала к сохранению сохраняться, потом уже к ящику-то. И все можно на одном месте сделать. Давай перезапишем. Спасибочки. Это сохранение по-другому сделано. Ну, все по-другому, но так все равно похоже очень. На Resident Evil первую часть. В первую очередь. Все таки. Так, последующий. Так. Ключ музея можно применить, хотя, блин, там еще полно было дверей. Там сколько всего было-то. Я там. Сколько я там всего еще не обследовал, так что не знаю даже. Туда можно повернуться еще. Можно сходить, ключ применить в музее-то. Я даже не знаю. Сюда, по-моему, место инвентарю-то сколько всего. Одно, в общем, свобода есть. Аптечку у нас можно использовать. Но ключ, конечно, буду мы использовать, было все-таки лучше. Пойду к использу, потом вернемся обратно, может там еще много чего найдем. Серия, думаю, у нас получится довольно интересно в этот раз, чем предыдущий. Я там довольно сильно тупил, но я там думаю, я тупо себе пытаюсь вырезать. Помню сюда, да? Так, музей там у нас. По-моему, там у нас музей ключ-то. Применить можно будет. Вон там как раз была дверь-то. Да ведь? Да, используй ключ музея. Пошли. Угу. Так, довольно красивая комнатка. Мисато! Мисато, я искал тебя! Ты здесь? Я помню, что лифт здесь останавливался, а потом был здесь. У меня кружилась голова. Он в порядке? Что случилось? Эй, что здесь происходит? Спускайся, эй, спускайся! Эй, calm down! Girls! Что, спускайся? Ты что сказал? Спокойся, вообще отказал, не спускайся. Ну ладно. Немножко в этом все ошиблись. О, еще одна птичка, спасибо. Так, а что за дверь у нас? По-моему, не стоит, не за это пришли ведь. Ключик еще один, ух ты. А нет, погоди, мне кажется, я понимаю, что за дверь такая. Сейчас, погоди, проверим все-таки. Что это на за дверь-то? А, да, все понятно. Ну, кажется, здесь какие-то двери, вот. С одной стороны войдешь, с другой хрен выйдешь. Нельзя. Придется это бегать. Чё странно, конечно, себя вела. Может, она там тоже уже заряжена как бы этим, понятно, каким-то чем-то. За чего все люди против вампиров-то этих? Чёрт его знает. Либо что-то не по другое какое-то. Что-то другое с ней происходит с этим персонажем. Довольно непонятно. Который при этом, по-моему, ищет тот же мужик в черном плаще. Немножко его не знаю, как он, понимающий Ханка. Так, а вампиры искупались в лучах луны, они превратились в зло. Понятно, спасибо. За пояснение. Здесь, по-моему, ничего нет, так я понял, я помню. Так, ну, кажется, убежал в эту дверь все-таки. То есть здесь как больше ничего нету. Так, ладно, здесь мы больше ничего пока не найдем, да? Ну, кошелек, наверное, нашли какой-то ключ. Думаю, можно вернуться обратно наверх, посмотреть, что там еще. Там какие-то, по-моему, полно было еще дверей. Две двери мы еще не обследовали, допустим. В общем. То куда? Так, ну явно здесь можно уходить отсюда. Все-таки. Так, где у нас что-то было наверх лестница-то? Пошли, пускай сходим еще куда-нибудь. Печка у нас есть. Что у нас за ключ-то? Ключ центра управления лунной пустыни. Так, погоди, центр управления лунной пустыни. А где это было-то? Я уж не помню. Центр управления-то. Ай, блин. Я все-таки вернусь обратно, и там полно-полно все было.
побыстренько все-таки осмотрим все, что там было. Я думаю, времени много не займет. За мной мы все-таки сохранились. За этими гаматрилами, в общем, биться не будем. Так, мы туда зашли. Погоди, там что-то было. Так, вот эта дверь-то. Я, по-моему, туда тоже не заходил. Ух ты! Это что за комната? А, понятно. Элеватор какие-то, что ли? Или там эскалаторы? Нормально. И что это нам дает? Интересно. Ё, просто сколько здесь всего, это еще можно обследовать, а где-то не в ту сторону. Поехали. По-быстрому. Так, а это куда? Нет, никуда. Там еще мы там не все до конца обследовали. Ё, просто. Ну еще забраться, куда ключ примесь. Хотя, конечно, догадываюсь, куда. Дверь дома зла закрыта. Понятно. Ну, сейчас нам пока сюда не надо. Может, не надо вообще будет. Поехали обратно. Хотя, нет, догадываюсь, все-таки догадываюсь, куда уже применить этот ключ. Был карбала, по-моему, когда-то на каком-то управлении. Это вообще, да, кажется, я, кажется, уже догадался. Поехали обратно. Здесь нам делать нечего. Ну ладно, что ж, сходим в другие места, все-таки там еще полно чего интересного было. Покатаюсь, в общем, на элеваторах немножко. Здесь больше они заново не появились-то. Друзья эти. Оушены. Ну, как бы нет. Пошли-ка. Так, мы, по-моему, в эту дверь заходили. Там что-то еще было. Если не ошибаюсь. Потом сходим ко другие двери тоже заодно. Мне все хочется смотреть, может там птички, может мы еще полезно там найдем. Что-то игра все-таки интересная, мне понравилось. Пока что нравится. Довольно атмосферная такая, в общем, рождение. Так, помню, какой-то там спуск вниз, по-моему, как я помню, был, да. Мы туда ходили, в другую сторону. А вот спуск вниз там было, по-моему, несколько дверей. Одну мы сходили, вернулись, в общем-то, обратно попасть не могли потом уже. Да, вот эти мы двери ходили. А вот обратно вернуться не могли. А вот эту вот, по-моему. Или нет, это не дверь. Так, это, видимо, уже не дверь. Все-таки, да? Понимаю. А, все-таки не дверь. Но эти мы вернуться... сможем вернуться обратно, так вот сюда не попадем снова. Так что пойду посмотрю, все-таки посмотрю, пока что те двери еще. В общем, здесь мы все обследовали, здесь больше ничего нету. У нас все-таки еще есть две двери были, которые мы тоже не сходили все-таки. Пойдем сходим-ка. Я хочу там посмотреть, что у нас есть. Лишний патрон не будет, в общем, если патрон найдем. Сейчас возвращаемся. Так. Заходим к обратно как раз в эту комнату, там тот зал, точнее, этот. Там было еще двери. Две двери, которые мы исходили это. Может, что там ничего полезного нету. Вот, например, вот эта дверь еще находится. А, ничего поврежден, дверь не может быть открыта. Понятно. Может и не получится, но проверить, стоит думать в любом случае. А, ключ поврежден, дверь не может быть открыта. Понятно. Ну и ладно, что ж, думаю, стоило проверить, а вдруг что-то было полезно. Так, теперь можно тогда так вернуться, думаю, туда. Так будет ближе. Чем-то там пробегать все. Ну, еще можно было, в общем-то, не возвращаться, ладно.
Ну ничего. Так, смотрю, сколько времени, там 19 минут осталось до конца серии. В общем, сколько осталось записывать еще? Я не буду стараться чем нормальные серии записывать. Небольшие. Думаю, хватит. Ну что ж, идем. Так, возвращаемся. Так, нам нужно, по-моему, вниз будет спуститься. И в общем, обратно вернемся. Пойдем как раз открывать, искать дверь, куда можно ключ применить. Все, пошли. Так, отлично. Теперь можно управляться. Так, она может вернуться сюда управляться. Возможно, я, по-моему, как раз в этом месте у нас находится та дверь, которую нужно открыть этим ключом. Потому что больше как бы комнат управления, я, по-моему, не помню, что где-то еще были. По-моему, там как раз был дверь-то. Но если нет, то будем дальше думать. Куда еще можно применить этот ключ? Сканиться мы не будем все-таки, ладно. Хотя можно сканиться, конечно, на всякий случай. Думаю, все-таки. Пригодилось бы, думаю. Проверка карты памяти. Карта памяти слот 1 запускаем. Проверка карты памяти. Так, записываем. Четвертое сохранение перезаписываем. Идет запись, так. Код памяти 1, завершено сохранение, отлично. Молодцы, спасибо. Чем там по вещам, посмотрю, просто я этот счет. Что я там оставил-то? Какой-то берет кино. А, в общем, оружие с патронами. И может ничего? Может это все скинуть? Бутыль это, ну не знаю. Патроны эти скинем. По-моему, у нас патрон не к пистолету, да ведь? Патрон пистолет у нас другие. Это тоже скинем. Ну, все остальное пока оставляем. Все, пошли. Здесь, слава богу, никого нет пока что. Так, по-моему, вот эту дверь, которую мы не могли открыть, да ведь? Так, принял ключ про комнату управления лунной пустыни, все правильно. Слава богу. Так. Понятно, спасибочки. Здесь ничего нету. Понятно, вижу все. Все вижу. С теми, конечно, вот, с этими вот свертками довольно прикольно придумали. Что у них что-то, что у них лежит все полезное. Это что такое за патроны к автомату какому-то? У нас пока автомата-то нету. Но это трогать мы тоже не будем пока что. Будем сейчас смотреть. Что в этих свертках лежит. Ключик еще один, отлично. Может, не надо трогать. Так, сколько всего полезно-то. Так, ну что-то еще есть. О, так, почитаем. Почитаем. Административный 5 этаж, главная лаборатория, зона 1F, 2B1F, только для персонала. Открыть, сокрыть инструкции. Подтверждение пароля 1, компьютерное подтверждение 2 и ключ на панели 3. Пароль может быть введен только персоналом лаборатории, либо его пароля требует идентификации пользователя. После подтверждения ответственное лицо делает допуск к панели с ключом. Если указатель ведет себя ненормально, то это может быть из-за влияния магнитного поля. Приведи идентификацию пользователя, потом найди устранение причины магнитного поля. После устранения проблемы установи указатель на середине. После настройки продолжи обычные операции открытия и закрытия. Нормально. Так, а это можем открыть, нет? Нет, открывается. Хотя, думаю, вряд ли. Так, а что у нас здесь? Патрончики дробовику, спасибочки. Очень хороший, это помню, это полезный патрон, оружие полезное. А вот чему эти патроны-то у нас? К автомату, что ли? Здесь за 3 патрона. Наверное, все-таки, мне кажется, к новому виду оружия, который пока мы еще не нашли.
Так, а что у нас такое? Что-то мы взяли еще. Места больше нету. Так, обратно я вылезти хочу, могу. О. Ладно. Что мы должны здесь сделать, интересно? Ключ какой-то получили все-таки, так что, может быть, и не надо что-нибудь сделать. А здесь что у нас? Это измеритель, но без энергии он не работает. Это горизонтальная панель с замком. Без энергии. Монитор измерителя установлены. А что с этим делать-то? Диск, карта, интересно. Ключи дома зла. А, дома зла. Да, мы как раз сможем вернуться. Ладно, используем птичку все-таки. Вот, здоровье, все нормально. Возьмем сейчас, думаю, вторую эту сурость-то. Может, конечно, разобраться, попробовать что-то мне с ними доделать. Куда оставить их? Так, погоди, а что там такое? Ничего нету. Может, эти надо просто взять, куда-то нужно поставить их. Так, и чё? Мы взяли. Ух ты. Энергия доставлена в луну страха. Установи диски С и Д. Доставлена энергия доставлена в луну страха. Установи диски С и Д. Когда диски С и Д установлены, энергия была доставлена в луну страха. Что будет, наверное? Будет, наверное, доставлена. Не понял. Что-то нам заработало в итоге. Интересно. Так, и чё? А чё с этим делать дисками? Это А и Б у нас. А куда их девать? Всё, что ли? Там ничего больше не сделаешь? На это, видимо, больше ничего не сделаешь, да? Всё понятно. Мы это всё видели. Видимо, там больше ничего не ставить нельзя. А обратно их ставить их тут. По-моему, здесь обратно-то ничего нет. Если у тебя есть предметы, то ты их используешь. Ты их не вставляешь из инвентаря, по-моему, да ведь? Нет, ничего здесь не делать больше ним нельзя. Видимо, в другом месте нужно куда-то применить их. Что ли? Я так понимаю. Так, ну не это. Может, сюда? Я сюда пока не... Сюда ничего не надо вставлять. Да нет, здесь ничего вставлять не надо. Ладно, что ж, пошли дальше. Куда-то у нас там где-то электричество у нас включилось. Ну, ключ у нас есть, мы очень не знаем, куда теперь отправляться дальше. Сейчас пойдем туда. Пошли-ка то обратно. Отлично. Не знаю, как с этими дисками, что делать дальше. Пока непонятно. Давай еще раз запишемся. На всякий случай. Здесь все-таки сложно играть. Надо... Не будем рисковать. Пока нас серия занесет все-таки, пока нас серия не заканчивается, смотрите. Еще побегаем. Ну, в общем, куда-то все-таки продвинулись мы. Отлично. Это радует. Отлично, отлично. Записали. Пошли дальше. Хотя не знаю, карты, ключи, карты можешь оставить. Ночью пока посмотрим. У меня, конечно, сейчас инвентарь весь забит. Сейчас пойдем, как раз я знаю, куда пойти. Нужно где-то... Где у нас были эти элеваторы? Или как называется? Эскалаторы, элеваторы? По-моему, эскалаторы, правильно. Вот там, как раз, у нас была дверь, которую мы не могли открыть. Может, мы сможем ее открыть, наверное, надеюсь. Ключом-то. Как раз, по-моему, там именовалась сладко, в общем-то, дверь-то, это дом зла. Так, а где у нас находилась там? По-моему, где-то здесь вот, да? Пошли. Там, по-моему, у нас свет включился. В том помещении-то.
Так, это явно не здесь. Вот, по-моему, она там все-таки. Да, здесь. По-моему, там у нас как раз была дверь-то. Сюда бежим. Так, теперь сюда. Так, вот она дверь. Да, принять ключ дома зла, все правильно. Ух ты. Так, ключик. О, как прям, как в Resident Evil ключик-то. Что за ключ интересный такой? Ключ копье. Чему это он интересный, я это не помню. Похоже на часы, но без стрелок. Похоже на часы, но без стрелок, понятно. И все? Интересно, оттуда, откуда, а чему? Закрыто два копья, вгравированные на ручке. Два копья. И, а чё это ключ копье куда использовать-то? Куда его применять отключено? Копье куда оставлять? Я чё пока не очень понимаю. Два копья, вгравированные на ручке. Куда его ставить, сюда что ли? Чё не понимаю вообще, куда оставлять. Наверное, сейчас еще будет тупик. Да, куда я применять этот ключ вот? Интересно. Дверь закрыта. Два копья. Да, что-то непонятно, куда теперь нужно идти-то. Так, ладно. Ну, искать какой-то второй ключ, что ли? Копье. Ну, где-то мы там включили свет, не знаю, какие-то диски, что нужно ставить, CD. Только их искать, эти диски, CD. Не очень понятно. Да, теперь, в общем-то, у нас еще один тупик будет. Что надо же дальше делать этого? Тогда пойдем туда, все-таки сходим. Что, ну, там свет какой-то включился? Пробился, нет? По-моему, в том месте ведь. О, что-то включил, смотри-ка. Установка есть на плато, как в фильме ужасов. В мониторе должен быть выключатель, включить его. А что, блядь, такое? И чё? Там дало в итоге? Ничего, что-то не дало, хотя горит что-то. Странно вообще как-то. Ну, что-то не очень понятно, что дает. Странно. Да. Да, что-то я не понимаю. Куда, чем нужно нам делать-то? Да. Странно. Здесь это уже тупике полном. У нас есть ключ, но я не понимаю, куда его применить. Что мы там сделали, где включили свет, я не понимаю, что-то. Так, не сюда вообще. Да, что-то я пока не очень. Здесь-то мы явно ничего не сможем сделать. Ой-ой-ой, вот это, конечно, тупик. Ладно, в общем, думаю, это месяц и закончим данную серию. Продолжим, в общем, думаю, разбираться дальше. В следующей серии уже по номеру 4, что нам дальше надо делать. Пока что-то не понятно, куда теперь этот ключ применить. Потому что как бы уже все, по-моему, все. Все комнаты смотрел, ничего не открывается. Что открыть этим ключом, вот я, правда, не очень понимаю. Ключ копье. Куда его надо поместить?
Ну, в общем, будем разбираться. У нас будет следующая четвертая серия. Да, пока что все. Если вам видео понравилось, если хотите продолжение данного прохождения, то ставьте лайки. Обязательно оставляйте свои комментарии, свои мнения, точки зрения, свои советы, свои впечатления, свои пожелания будет прохождение. Это пока что все. С вами был, Михаил. Всем удачи. До скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.